выстрелил и скрылся. В селе Улуби-Аул местный житель на территории кладбища стрелял в двух своих односельчан. Один из них от полученных ранений скончался на месте, а второй с простреленной ногой был госпитализирован в больницу. Подозреваемый скрылся с места совершения преступления, но в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось его задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.